теме экологии можно подойти с абсолютно разных сторон. Но сегодня мы рассмотрим лишь один элемент, влияние которого также несет непоправимый вред всей нашей экологии. И речь сегодня пойдет об отработанных шинах. Да, мы сегодня поговорим именно о тех шинах, которые ежегодно списываем со своих автомобилей и других транспортных средств. Я не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь, какое количество шин производится и выбрасывается ежегодно на свалки. Если же нет, то статистика, которую я сейчас вам приведу, может немного повергнуть вас в шок. Оказывается, ежегодно во всем мире производится свыше 2 миллиардов шин в год. Это невероятное количество, учитывая тот факт, что в конечном итоге после их эксплуатации утилизируется всего лишь малая часть, от 8 до 13%. Оставшееся же количество шин никак не утилизируется и сводится на места различных свалок, а также хранятся в непристойном виде на различных полигонах. Нанося своим количеством, выделением и потенциально возможными пожарами непоправимый ущерб всей нашей окружающей среде и людям в частности. Естественно, многие из вас могут подумать, ну и что, что столько шин не утилизируется ежегодно, что такого вредного они могут из себя представлять? И тут я попрошу вас не спешить со столь легкомысленными выводами, так как продукты распада шин при неконтролируемом горении выделяют такие опасные вещества, как пирен, стирол, бутадиен, хлор, а также целый ряд различных диоксионов и фуранов, которые по своему составу являются чрезвычайно токсичными и опасными не только для состояния живого организма, но и для всей окружающей среды в целом. Более того, период самостоятельного распада шин достигает 1000 лет. А теперь представьте, сколько это триллионов тонн получится при нынешнем потреблении шин в год. Лично у меня мурашки бегут по коже от таких статистических расчетов. Логично, что на почве всего вышесказанного у вас возникает всего лишь один вопрос. Как же с этим тогда бороться? Именно об этом мы сегодня и с вами поговорим. Проект, концепция которого представляет нам полноценное комплексное решение всех перечисленных мной проблем, называется MJAC. Данный проект представляет собой децентрализованную структуру, которая в совокупности со своим внутренним токеном и сопровождающим его смарт-контрактом намерена взять под контроль утилизацию всех отработанных шин во всем мире. Не подумайте, что эта мечта запредельна и нереальна. Вовсе нет. Как заявляют разработчики, взять под контроль данную проблему не составит особого труда. Все, что для этого нужно, так это надежная, прозрачная и неизменная среда, которая будет не только контролировать количество отработанных шин каждым отдельным регионом нашей большой планеты, но и заботиться об экологическом чистом способе переработки.